Кто такой Илья Муромец? Илья. Откуда он? Родом. Вспомните. Карачарова. Деревня Карачарова. Так? Карачарова. Чернявый мужик сидит посередине, так? У Васнецова. Деревня Карачарова. Один русский переведите, что такое Карачар. Черная. У нас называют двухгодовалого быка, называем чар. Понимаете? Вот человек, который родился и тюрок по крови, Илья Муромец. Богатырь, защитник земли русской, идеал мужественного, преданного родине и народу русского человека. Поколение россиян воспитаны на былинах, в которых слово «богатырь» неразрывно связано со словом «русский». Но позвольте усомниться, если богатыри действительно были русскими, то почему у большинства из них совсем не русские имена? И почему ни о каких былинах в древних летописях ни слова? Практически каждый, когда слышит термин «богатырь», представляет картину Васнецова «Три богатыря». Имена Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович нам знакомы с детства. Это и есть для большинства эталонный образ богатыря. И ни у кого с вопросом национальной идентификации былинных героев проблем не возникает. Вот только «Три богатыря» стали столь известными и эталонными лишь потому, что их изобразил Васнецов, который вообще считается общепринятым популяризатором былинного эпоса. На самом деле русский фольклор насчитывает порядка 30 богатырей, среди которых встречаются крайне необычные для славян персонажи. Дюк Степанович, Сухман Адихмантьевич, Дунай Иванович, Хатен Блудович, Василь Буслаевич, Соловей Будимирович, Яруслан Лазаревич. Вышеперечисленные герои скорее ближе к тюрско-татарскому этносу, но никак не к славянам. Однако все становится на свои места, когда мы внимательно приглядимся к самому понятию «богатырь». Ипатьевская летопись нам сообщает о том, как пришел Батый к Киеву с большой силой, многим множеством силы своей, и окружил город, и обступила Киев сила татарская, и был город в осаде великой. А первым его Батыевым воеводой был Себедяй Богатур и Бурундай Богатырь, который взял болгарскую землю и суздальскую. В древнерусских летописях еще несколько раз встречается понятие «богатырь», но всегда в связке с татарами. Иначе говоря, летописцы через столетия нам точно доносят: богатырь – это кто угодно, но однозначно не защитник земли русской, а скорее ее разоритель и завоеватель. Слово «богатырь» нет ни в одном славянском языке, зато в тюркском оно присутствует. Батур – это удалой наездник, храбрец-смельчак, а в армии Чингисхана и Тамерлана широко использовалось почетное прозвище «богатур» как отличительный знак за особые воинские заслуги. Получается, что богатырь – это, во-первых, совсем не русский человек, а во-вторых, это тот, кто состоит на службе у хана и защищает монголо-татарское иго. Но как же русские былины? Почему они говорят обратное? Это ведь голос народа, дошедший до нас из глубины веков. На самом деле нет. Впервые термин «былины» был введен Иваном Сахаровым в сборнике «Песни русского народа» в 1839 году. Он предложил его, исходя из выражения «по былинам» в слове о полку Игореве, что, по его мнению, значило «согласно фактам». Иначе говоря, былинами назвали все народные сказания, дошедшие до нас в очень измененном виде. Интересен и тот факт, что былины, как правило, появляются уже после падения Киевской Руси. Да и слово «богатырь» впервые попадают в древнерусские летописи уже во времена заката Руси, в час Батыевого нашествия. Поэтому-то в летописях доордынского периода полным-полно героев с вполне славянскими именами. Но никаких Сухманов, Ярусланов и Хатенов там нет. Зато все они появляются в так называемых древнерусских былинах. Принято считать, что эти былины, которые условно относят к 11-13 векам, были записаны в центральной, европейской и северной части России. Вот только в северной части России даже в 15-16 веках почти никто не говорил по-русски, поскольку там проживали совсем другие народы. Так у кого же записали былины? На самом деле все они были написаны и записаны в 18 и 19 веке, причем адаптированы для массового народного чтения на усредненном великорусском наречии. В популяризацию древнерусского эпоса огромный вклад тогда же внесли и известные российские литераторы. Например, Пушкин. Вот только и у
него герой с совсем не славянским именем Руслан – русский Витязь. И это современников Пушкина совсем не смущало. Для них Руслан, Аслан или даже Нур-Султан вполне могли оказаться русскими богатырями. За столетия господствования ордынских ханов Московия, а впоследствии и Россия, полностью поглотилась азиатами. Их потомки сделали все, чтобы подменить историю и культуру, назвав русским то, что никогда русским не являлось. Более того, они возвеличили тех, кто убивал и угнетал русский народ. Вот поэтому в Киеве никто никаких былин не знает. Летописи Киевской Руси, конечно, есть, но в них богатырь-богатур – это агрессор, но никак не защитник русской земли. Ставьте общеизвестные факты под сомнение, даже если вы на них выросли, ведь это ваше право думать. В недрах Золотой Орды зарождается и другая категория военных людей, существовавшая у башкир, а именно батыры, или, говоря по древнему произношению, богатуры или бахадуры, о чем говорят соответствующие источники. В середине 15 века некогда единая Золотая Орда распалась на несколько частей. Соответственно, вместо одного правителя появилось несколько, каждый из которых претендовал на единодержавие. Башкиры служили тем ханам, чью легитимность они признавали. Башкирская племенная элита сохранила власть над своими родами и, самое главное, земли. Но при этом была установлена вассальная зависимость от улуса Шейбана, который являлся братом Бату. И формально, вот судя по башкирским шежере, именно шейбаниды считались, как говорится в шежере, природными башкирскими ханами. Когда Мухаммед Шейбани-хан двинулся из Сибири на завоевание Средней Азии, которой управляли потомки узурпатора Тамерлана, башкиры приняли деятельное участие в этом походе. Когда Мухаммад Шейбани-хан и Махмуд Бахадур-султан направились в Туркестан, то имена пришедших вместе с ханом людей были из башкурдов Чингис-Бахадур и Челбаш-Бахадур, Таварих и Гузида и Нусрат-Наме. 16 век. Упомянутые бахадуры являются первыми известными нам по письменным источникам батырами из числа башкир. Батыр – это не просто почетный эпитет, придаваемый смелым и сильным людям, а вполне конкретный титул. Особенно большое число башкирских батыров упоминают русские источники XVII и XVIII веков.